Доброе утро, мама. Слышал, что сделали эти распутные французы? Говорят, хотят привозить театральные труппы, где женские роли будут играть настоящие женщины. Да? Это вместо кастратов? Да. Раса неверующих. Безбожники. Кстати, Онофрио, ты почему никогда не приходишь на утреннюю мессу? Как, мама, если вы идете на мессу, когда я еще сплю? Воображаешь, что Всевышний будет ждать, пока ты проспишься? После твоих ночных загулов с гнусными негодяями. Мама, а если не спать, чем тогда заниматься? Как наша Дженуфлесса, шить салфетки целыми днями. Что это ты шьешь? Приданное. Да? Всегда у тебя приданное. Мужчину встретила? Нет. Ты никогда не выйдешь замуж, если вечно будешь шить приданое. Его нужно и носить. Дай посмотреть, ты же моя кузина. Что там у тебя? Вот это надень. Ну, в таких ты выйдешь замуж. Прекрасные трусы. Смотри, мама. Дай-ка сюда. Дай мне. Все в бантиках и даже просвечивают. Умница, Дженуфлесса. Умница, Дженуфлесса. Так ты носишь эти позорные трусы, через которые аж икры видно. Марш теперь в свою комнату. Вон отсюда. Развратная девчонка. Подумать только, что я вижу. Видимость обманчива. Думаю, таких вещей у нее предостаточно.